Его рисунки – это беглые наброски, сделанные при наблюдении за людьми, которые ужинают в кафе, ресторанах, общаются в дружных компаниях, не подозревая о том, что стали моделями. Автор работ Юрий Эйкерт – архитектор-художник, выпускник Института имени Ильи Репина. Работал в проектном отделе архитектуры и градостроительства Анапы. Преподавал в анапском филиале на кафедре дизайна и изобразительного искусства МГГУ имени Шолохова. Рисовать в ресторане начал случайно. Арт-директор попросил принять участие в одной из богемных вечеринок. Со временем, говорит Юрий, его увлечение «Портрет в движении» стало любимым делом. Когда рисуешь человека в движении, в активной мимике, он показывает массу вариантов, и какой-то из них выбираешь, вот нащупываешь. И получается какой-то результат, который довольно часто нравится даже самой модели. Людей, вызвавших его интерес, он рисует на расстоянии 50 метров, что значительно усложняет процесс, зато не мешает гостю заведения пировать. За полтора года таких портретов накопилось больше тысячи. В лице человека бесконечная гамма красок. Все они продиктованы эмоциями, настроением, отмечает художник. Бывают и трудности, бывает, чувствую, что да, что-то не идет, что-то... Не получается то, чего хотелось бы. Вот бывает, знаете, лицо человека, ну, скажем, ну, не очень красивого, а иногда откровенно, ну, не симпатичного человека. Вот, но чем-то вот оно цепляет, да, интригует. Вот. Но ищешь, что в рисунке-то вот все равно что-то красивое. За один час Юрий Эйкерт может нарисовать 3, 4, а иногда даже и 5 портретов. Раньше пробовал, как и все, рисовать пейзажи, натюрморты, но это вызывало скуку. Охота за образами оставалась сильнее. Портрет в движении он называет баловством, но это баловство его сильно увлекает. На вопрос о дальнейших планах художник отвечает просто: «Я пока этим не насытился и очень хотел бы продолжить». Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.